Добрый день, друзья! Сегодня у нас солнышко, воскресенье. Вчера у нас весь день практически лил дождь, и до этого был дождь. Ну, в общем, немножечко у нас сезон дождей пошел. Ну все, Петя мне ассистирует. Вот так вот у нас все заросло буквально моментально. За 2-3 дня. Вот, посмотрите, что делается. Но пока мне не до уборки. Потому что идет сезон посадок, как вы знаете. И вот сегодня я буду высаживать кабачки, рассаду кабачков. И вы знаете, начала место подготавливать. Вот я их буду садить по обе стороны хлебницы. Вот там на той стороне и здесь. И вот что я обнаружила. Тут была у меня сено лежало. Ну и прошлогоднее, и немножко в этом сезоне мы сюда положили. И вот что я обнаружила. Посмотрите сюда. Грибы, я их отколупнула. Я не знаю, что это за грибы. Они очень-очень белые. Пахнут грибами. Вот, я не пойму, может кто-то знает, что это за такое. Но они настолько плотные. И белого-белого цвета. Вот видите, их несколько. Вот сидят, вот. Это я тоже уже отколупнула. Вот прям масюлистые такие. Вот такие дела. В общем, первый урожай грибов у нас есть. Так, ну а что у меня происходит? Я давно не снимала. Здесь у меня, значит, капусточка. С ней все хорошо, она растет. Прям хорошо принялась. Я ее притеняла. Но сегодня солнышко, думаю, пускай порадуется немножко солнышку. Вот сюда, значит, вот где у меня опилочки, я посадила, значит, лук. Вот этот семейный сережка. Вот буквально прям я позавчера, что ли, посадила. И вот, внимание, лук эксибишн. Не смейтесь громко. Ну вот такой он маленький у меня. Я начала его высаживать. Буду высаживать его. Специальную грядку решила не делать, так как я думала, мне хватит места здесь. Но капусты оказалось много. Поэтому вот столько остался клочок. Где-то еще там будет. Еще буду досаживать. Акцент я на него не делаю. Поэтому уже сколько ему достанется, столько достанется. Ну и вот плавненько я подошла сюда к своим кабачкам, которые я буду высаживать. Сорта, значит, сейчас скажу, какие. Ой. Значит, сорт Аэронавт. Их тут 3 штуки сидит. Я их удалять не буду. Я прям в стаканчики помещу. Сейчас подготовлю грядку. Ой, не грядку, лунку подготовлю. Я покажу, как я ее буду делать. Вот. И второй сорт называется Мальчуган. Я в прошлом сезоне выращивала. Мне он понравился. Что еще я вот у себя обнаружила, вот такое органическое удобрение, называется биогумус. Уже у нас комары, кстати, летают. Вот, и я буду сейчас его использовать. И, конечно же, я буду использовать залу. Ну все, вот грядочки у меня. Ой, то есть место подготовленное вот здесь. Сейчас я буду садить и покажу вам, как я это делаю. Лунку глубокую. И сейчас я ее немножечко заправлю травой, соломой, вернее. Вот такое примерно количество. Тут у меня маленько перепревших опилки есть. Вот так я порубаю все это дело. Хорошенечко. И немножко засыплю слегка. Вот так я засыпала. Вот так выглядит мое удобрение.
вот такими гранулками. Оно такое черненькое. И я беру прям вот так вот несколько гранулок. Раскидываю. Вот такую использую древесную золу в серии «Здоровый сад». И немножко посыпаю. Затем я кладу немножко земли опять. Где-то там у меня промелькнула штучка. Вот так немножко перемешаю. Вот. И теперь я пролью. Эту луночку хорошенько пролью. Вылила я вот такую леечку. Емкость у нее 5 литров. Тем самым я обеспечиваю запас воды, потому что я буду накрывать и могу неделю не подходить, потому что период адаптации растений примерно неделька будет. И чтобы я не тревожила его, я создам свой микроклимат, накрою пленочкой. Сначала я накрою укрывным, конечно же, а потом накрою пленочкой. Сейчас немножко подожду, пока грунт примет влагу, и продолжу. Водичка наша ушла. И теперь я беру и вот так вот делаю для стаканчика небольшое углубление. Так, сейчас я буду примеряться к нему. Еще чуть-чуть. Буду я ставить вот так, в разные стороны. Так, это у меня мальчуган. Так, я его установила чуть-чуть. Вот так закрепляю я. И сейчас буду засыпать аккуратненько со всех сторон. Как видите, ничего сложного нет. Я почти под семидольки закопала. Постепенно оно все равно утянет туда, растворится наш стаканчик, и они немножко опустятся. Все, вот такая большая луночка у меня. Сейчас я сделаю бортики красивенькие. Вот. Ну все, посадка завершена. Вот так это все выглядит. Они направлены в разные стороны, поэтому я думаю, мешать они друг другу точно не будут.
Так что растите, плодитесь и отдавайте нам свой урожай. Вылила я еще 5 литров, вот сделала такую канавку и вылила. И хочу обратить ваше внимание, немножко вода подошла к растюшечкам, и я их обложила грунтом, потому что, чтобы листики сухие были. Видите, у меня маленько намочился он, я его быстренько-быстренько подсыпала, чтобы здесь влаги не было, корням нужна влага, а растение должно сухеньким быть. Вот все листочки у меня сухенькие, этот сейчас подсохнет, ничего страшного. Вот, и сейчас мы это притяним дело, так как у нас сегодня, сейчас покажу, какое небушко у нас, голубое-голубое, так хорошо, прямо красота. Все зелено, все хорошо. Слегка, конечно, я замульчировала те места, где я пролила воду. Поставили дуги, муж поставил дуги. И сейчас мы укрывать будем.